Друзья, рад видеть вас на своем канале. Разрезаем капусту. Отрезаем кочерыжку и выкидываем. Она нам не нужна. Нарезаем капусту на крупные кусочки. Друзья, поддержите канал вашей подпиской, и мне будет очень приятно. Нарезаем свеклу мелкими дольками, какими вам нравится. Также нарезаем морковь. Также нарезаем чеснок на мелкие дольки. И начинаем укладывать слоями в нашу тару. Наливаем воду 2 литра. Высыпаем соль 100 грамм, 3-4 листочка лаврушки, перец черный горошек, кориандр столовая ложка, сахар 200 грамм. Все хорошо перемешиваем. Как наш рассол закипит, сразу же выключаем и добавляем уксус 200 миллилитров 9%. Рассол наш закипел. Посмотрите, какого цвета стал наш рассол. Убираем с огня. Наливаем уксус 200 миллилитров 9%. Перемешиваем.
и потихонечку и повсюду заливаем наш рассол. Друзья, поверьте, это будет очень вкусно. Кладем тарелочку и сверху ставим груз. И оставляем на несколько часов в тепле. Такой цвет стал уже через час. Смотрите, друзья, как красиво, какой цвет приятный. Друзья, все, наша капуста готова. Простояла уже ровно сутки. Смотрите, какая красная. Обалдеть. Вот сейчас. Свеклу. Давайте попробуй. Капуста получилась идеальная. О, смотрите, красненькая. Капуста получилась в меру сладкая, в меру соленая, в меру уксус. Вообще обалдеть. Да, и кстати, и сок с капусты можно пить. Так что, мужики, это будет идеальная закуска. Ставьте лайки, балалайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Это поможет продвижению моему канал. Мне будет очень приятно. Обалдеть. Вот. Давайте свеклу попробуем. Свекла мягкая. Закусом отменный.